Пересмотрел только что головоломку от Pixar. Каждый раз меня разъебывает. Реву как сучка просто. Как им это удается? Вроде бы и мультик, как бы для детей, а с другой стороны, ты просто взрослый мужик, сидишь и рыдаешь. Я сейчас работаю над новым форматом для канала, он требует много сил, немножечко подготовки, надо немножко подождать. Но пока я полазил в своих предыдущих работах и понял, что у меня был большой период, когда я выкладывал ролики только на Vimeo. Они атмосферные, красивые, без моего пиздежа, но они достойны внимания. И я решил чем-то из этого с вами поделиться. Вот этот ролик, как мы с ребятами автостопом поехали в Таиланд, правда, мы не доехали, потому что не дали нам китайскую визу, и я на 3 месяца остался жить в Узбекистане, в ортодоксальной семье, а ребята поехали в Таиланд на самолете. Там целая история. Надеюсь, вы сможете прочувствовать хотя бы часть атмосферы, которая у нас царила. Мы тусили голые в горах, несколько раз чуть не погибали, блудились в степях Казахстана, постоянно признавались друг другу в любви, знакомились с невероятным количеством людей, встречали рассвет на древнем месте жертвоприношений. Я нарушал закон, когда проходил границу Узбекистана. Вика с Никитой тырили сыр в новгородском магазине. Мне постоянно вскрывала грудную клетку, там как будто жила медуза из разных человеческих состояний, а голова вообще всегда была в звездном небе. Происходила магия, чудеса и просто невероятные вещи. В общем, этот ролик вам. Пау! Thank you.
Спасибо.